Всем привет! Сегодня у нас будет очередной роллинг талантов. Ну, уже как вы видите на моем аккаунте, на аккаунте моего подписчика Дмитрия, который находится в гильдии Топоры. И перед роллингом мы прорекламируем его гильдию. Гильдия Топоры. Прием в гильдию от 80к силы. Пропуск БГ и АФ. Кик. Места на БГ 1, 2. На атаке фортов как повезет. Ну, это бывает в последнее время, потому что кто первым захватит башни и правильно будет спамить, тот и выиграл. Также босс 5 в 22.00 по серверу и 3 в 21.00 по серверу. Кидайте заявочки, вступайте. А дальше будет видно. Так, хорошо. Ну что, давайте посмотрим на его аккаунт сначала. Что на нем есть? Так. Аккаунт почти бездонатный, всего-то 10 тысяч. Самое вкупленное это в БЗ считается не донат, скажем так. Так. Где там его алтарь? Вот он. Смотрим. Тыковка правильная. Анубис. Это уже хорошо. Стрелок есть с каменкой. Тоже хорошо. Купидончик. Ну, 4-5 ремка. Тоже, в принципе, должно хватать. Череп с коркой. Дрейк достойный. Так, Арасик 4-5, вот на него он хочет ремочку, будем сегодня попытаться ее словить. Дедушка менять надо, Эхарвул тоже. Рину как вариант. Так, тут менять, тут просветы, хранитель. Жалко, что тут каменка. Гнев, смерть, варлок с ожогом. Так. Триантик. Валька еще не качалась даже. Ну, аккаунт молодой. Так, укротитель. Смертельный удар. Фрэнки. Ожог опять. Жалко, Ронина нету с ожогом. Так, сердцеедка. Все, пошли. И герои первого уровня. Так. Ожог. Ремка. О, ведьма даже есть. Еще один. Ну, купидоны сейчас это уже не редкость. Так, и пошли допы. Что у него есть в алтаре? Так, карты есть, будем открывать, и одна коробочка. По подземках что? Кошмарки 5 я только начал проходить. Ну, в принципе, на 100 тысяч силы довольно-таки неплохой результат. Так, ну что, давайте начнем с карт. Сначала героев подкрываем. Ему нужен триант и гаргул повторки для прокачки. Так. Ну, давайте сначала обычные карты. Тут триант падает. Гаргула, конечно, как обычно, нет. Ну, поехали. По одной пооткрываем, потрешуем. Варлок. Есть. Паладин не нужен. Тыковка. Рыцарь. Суккуб тоже не надо. Атлант. Ну, как обычно, если вы смотрите, как открываю я карты, вы, в принципе, видите, что отсюда, по сути, ловить-то нечего с этих карт. Очень плохо все падает. Так. Еще один рыцарь. Бог грома и смерть. Ну, как-то так. Так, мифическая карта первая есть.
Одержимого неплохо было бы, по-моему, у него одержимого нету. Одержимый горгул. Да, одера у него нету. Для подземок он бы очень ему пригодился. Я бы лучше, наверное, героев даже поролил, чем талантики. Так, 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 так. Ну, поехали, откроем. Использовать. Ну, одержимый. Сука, варлок. Да сколько можно этих варлоков? Ну, в принципе, тоже кайфовый герой, но, блин, надо какое-то разнообразие хотя бы. Так, что тут у нас падает? Ну, блин, давайте откроем все 5. Открыть 5. Не упал. Упал Арасик. Трианта нету. Печалька. Ну, придется тратить тебе все-таки на это дело КГшки. Ну, Арасик есть. Хоть что-то сэкономим. Так, ну что, поехали, открываем коробочку. Так, ну давай, какой-то топовый талантик. Сука, ожог. Да что такое, ну? Так, что у нас тут такого интересного есть, кому можно ожог поставить? Горгулу смысла нету. Уже, наверное, лучше даже Рино поставить ожог. Вместо ракушки поинтереснее будет намного. Хранителю можно. Но тогда он порежет отражалку от скилла, но дольше будет жить. Так, тут еще есть такой интересный ножок. Тут ожог уже стоит. Лео он не нужен. Вот в принципе он никому не нужен. Давайте все-таки поменяем на Рину. С ожогом Рину будет намного ярче. Я надеюсь, он будет не против, потому что ракуха сюда нахрен не нужна. Так, есть. Ну что? Поехали делать основную часть нашего видоса. Это роллинг талантов. И будем мы ролить, как обычно, на стрелке. По 300. Так, живо. Самоуничтожение. Что-то у меня такая чуйка, воодушевление первое. Так, самоуничтожение. Сейчас будем искать допов. Так, с чем у него тут допы? Тройки. Да, все выше троечки, да? Да, а нет, есть. Побежали дальше. Берс. Ракушка. Ярость. Заменить. Разброс. Каменка. Огненка. Ну, немножко плюс пусть будет. Так. Сменить. Просвет. Ну, двоечки тоже можно просвет лепить. Ему проще будет качать. Если царь будет силу поднимать. Так, разброс второй. Ну, да, что-то уже годное. Смотрите, 5К. Коррозия четвертая. 5000, и мы пока что полный жо, я бы так сказал. Так, корка, 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 блин. Ну, знаешь что, я тебе просто вот так вот сделаю. Надеюсь, ты в дальнейшем поймешь, почему. Если ты будешь его прокачивать и использовать на битве гильдии, потому что с коркой он намного ярче будет. Так, поехали дальше. Тяжелый. Ну, где пятерки? Что за нах? Давайте на тыковке паролем. Утекание. Это просто жесть, ребята.
Вот не люблю я ролить таланты вот героев, получается ролить, а таланты вы сами видите. Блять, пятый просвет. Так, кого ты будешь в дальнейшем качать? Гаргул. В принципе, можно и на Гаргула поставить. Там третий бог войны особо никакой роли тебе не сыграет. А качать тебе надо будет Гаргула. Делаем вот так. Так, ну поехали. Увеличивает атаку на 17 уклонения. Так, 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 так. Тут бог войны. Так, кто тут еще друид? Можно, в принципе, помянуть деда Баст. Тут жизни у него больше будет. То есть пока будет друиду. И поставим. Кто тут еще у него такой интересный есть? Тут пусть будет смертельный. Даже не знаю, ребята, кому ставить. Так, Кинди. Пятерки тоже не особо хочется менять. Сделаем пока вот так вот. Больше пользы будет от ведьмы такой. Так. Это первая ремка. Че не пятая? Ну, говняна падает. Да, 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 да. Ярость небес. Так. Ну, это какому-то танку. Было бы неплохо поставить. Деду смысла нету. Ну, Гаргулу на первое время подошло бы, но там у нас пока просвет будет стоять. Хранитель. Ну, все-таки хранитель с коркой намного лучше будет. Так. Бульдозер. Вряд ли он где-то его будет использовать. Варлока смысла нету. Фрэнки пусть будет пока с ожогом. Ну, давайте пока Лео поставим. Получше будет, чем тот, который есть. Так. Ну, бег. Четвертый. Да, конечно, таланты это жопа полная. Смертельный. Блин, ну реально с пятерок херня падает. Это, наверное, один из аккаунтов, у которого больше всего недонатных будет, больше всего ожогов пятых. Это просто жесть. Вот кому его лепить? Ронина нет. Дерево с замедлением. Сделаем вот так. Не надо дерево тебе замедление, так хотя бы шанс больше будет, что оно выживет. Да, 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 ребята, это, конечно, жесть. Поехали дальше. Ну, блин, дай хотя бы бог войны, там, не знаю, еще что-то интересное. Четвертая каменка. Ну что я могу вам сказать? Вот так вот. Блять. Че не пятый? Вот почему не пятый бог войны?
А вот хрен его знает, почему не пятый. Так, тут утекание стоит, варлок. И берсовая. Да, печалька, короче. Так, ну... Давай. Блять. Ну что такое? Ну... Это просто печаль. Давай заменим тут вальку, все равно тебе придется качать. Да, вот это да, засада. Одни просветы и ожоги. Какой-то у тебя заколдованный аккаунт, я тебе так скажу. Коррозия 3. Грубая сила. Грубая сила. Ну, знаешь, что я бы сделал? Я бы вот так сделал. Это будет поярче, чем остальные таланты. Так. Аллилуйя. Хотя бы один талантик, ну, нормальный попался ему, который он хотел. Это разброс. Так, а душек у тебя есть? Душек есть. Да, ребята, вот так вот. Это просто пипец какой-то. О, огненная защита. А вот тут вот я тебе скажу. Тут печалька. Пум-пум-пум-пум-пум. Ну, что делать? У тебя череп есть. Вот так делаем. Все. Даже не буду говорить, почему все и так знают. Так, утекание. Нахрен не надо. Ожог. Да твою мать, ну. Все. Кончились у нас самоцветы. Ребята, вот так вот. Вот такая вот у нас сегодня была печаль. Надеюсь, он не сильно будет расстроен. Но реально, блин, одни ожоги падают. И я тут ничего не могу сделать. Даже читы не помогают. Хотя читы помогают только на донатных аккаунтах. Так, ну, что мы имеем? С интересного. Ну, грубая сила, а тут изменений никаких. Тут просвет он докачает. Рину с ожогом будет хорош. Так, 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 так. Здесь огненка однозначно надо. Это плюс. Так, что мы еще там меняли кому? Вот Риантик с ожогом. Тут просвет мы получили. Но хотя бы один разброс у него есть. Докачает. Будет толк, потому что душек в этот талант больше всего нужен. Так, что еще у нас такого интересного было? Да вроде, в принципе, и все. Вот так вот, ребята. Не знаю, я не особо... Особо рад такому роллингу. Но ничего, бывает. В следующий раз повезет. Копи на этот, на роллинге героев. Там интереснее все бывает. Все. Вступайте в гильдию Топоры 2017, подписывайтесь на мой канал и дайте заявочки на роллинги, пишите комментарии, но знаю, что последнее время просто таланты говняно падают, особенно новые, и ничего тут не поделаешь. Такая жизнь, ребята. Все, всем пока.